Мы Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремона, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрина, Стелла Владимировна, Татьяна, Ольга, Алексей, Марина, Владимир. Мы очень просим многоуважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, мы, Нестер Метлицкий, со всеми россиянами, со всеми людьми доброй воли на планете, со всеми главами всех держав всемирных, со всеми участниками, организаторами самой лучшей в мире прямой линии Владимира Владимировича Путина, мы очень просим Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича, Московской области Воробьева Андрея Юрьевича. Также мы требуем от властей Америки соблюдать все важнейшие договора и договоренности с великой, святой, могущественной, процветающей Россией, от властей Англии, Великобритании и НАТО мы требуем, чтобы натовские корабли и английские корабли не имели права заходить в территориальные воды российского государства, иначе эти корабли могут очень пострадать, очень сильно. Вражеские корабли могут пострадать. От властей Украины, Киева, мы требуем неукоснительно соблюдать все минские договоренности. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна, во всем везде, всегда. На небосклоне много красивых ярких звезд. Мы гимн поем, выдающийся, триумфальный, самый лучший в мире предстоящей победе на выборах 2024 года на пост президента России Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Прямая линия Владимира Владимировича Путина, самая лучшая в мире, празднично, торжественно проходит. Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный, прекрасно отвечает на все самые главные вопросы современной человеческой цивилизации и указывает прекрасно пути развития человеческой цивилизации для предотвращения ядерной мировой катастрофы, ядерной войны, для мира, дружбы и сотрудничества всех стран, всех народов, всех государств с великой, святой, могущественной, процветающей Россией. Поздравляем нам, Нестеру Метлицкому, Владимиру Владимировичу, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеновна, Владимир. Мы выступили с исторической инициативой, самой лучшей в мире триумфальной инициативе о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года. На пост президента России, многоуважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина. И с просьбой избираться на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина мы обратились на прямую линию «Самую лучшую в мире». Это победа, триумф, успех всей России и всего прогрессивного человечества. Документы о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина мы, Нестер Метлицкий, передали во все высшие государственные инстанции, администрацию президента, правительство, Госдуму, Совет Федерации, Центральную избирательную комиссию, партия «Единая Россия», Народный фронт, на крупнейшие форумы «Армия-2020-2021», «Парк Патриот», «Алабина», «Кубинка», «Танковый биатлон», на праздники героев ВДВ на Красной площади и на улице Ильинка, на праздники пророка Божия Ильи, и на книги, на красной книге на Красной площади «Наша Россия, наш президент», на Московском международном кинофестивале, на Пасхальном кинофестивале «Вас наша сила, право и честь». Это победа, триумф, успех всей России, всего прогрессивного человечества. Прямая линия Владимира Владимировича Путина празднично, торжественно проходит.
Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. И мы очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Владимир Путин все делает прекрасно, вдохновенно для мира, сотрудничества, дружбы всех стран, всех народов с великой, святой, процветающей, могущественной Россией. Вам принадлежат все Путина, Мишустина, Медведев, вам принадлежат Колокольцеву, Бортникову, Шойгу, Собянину, Беглову, Цыбину, Александрову, Беляеву, Якунину, Сахнову, Гусеву, Мурашко, Котякову, Воликовой, Панфиловой, Володину, Матвиенко, Поповой, вам принадлежат Костюк, вам принадлежат все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские меры, премии мира, слава и честь России по всем номинациям. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, на страже Родины стоите вы надежно. И предстоящей победе на выборах 2024 года на пост президента России Владимира Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Собянина, Санкт-Петербурга Беглова, мы всегда верны, всегда во всем вам доверяться можно. Вы смелые защитники страны, всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, солдат России, слава и отвага, страну родную защитить всегда, верность долгу, воинской присяге, стандарту президенту армии, полка на Красной площади, на прямой линии Владимира Владимировича Путина, самой лучшей в мире, на марше, на параде, на воинских учениях и в бою, и на груди геройские награды. Солдат России, он всегда в строю. Предстоящая триумфальная победа на выборах 2024 года Владимира Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича объединила всех. Единою России священный долг и честь, всеобщая победа и мировой успех. Господь Иисус Христос и Божья Мать, и святая благодать, великою святою, могущественной, процветающей России, Путиным Владимиром Владимировичем с предстоящей триумфальной, выдающейся исторической, самой лучшей в мире победой на выборах президента России 2024 года Владимира Путина. Победа на века, слава и ура, 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 великая победа России на века. Радости звонкие песни в небе звенят над Москвой. Нашей победы радостной вестью над окрыленной землей. Предстоящую триумфальную, выдающуюся историческую, самую лучшую в мире победу на выборах предстоящих 2024 года на пост президента России Владимира Владимировича Путина объединила всех. С единою России священный долг и честь, всеобщая победа и мировой успех. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Россия вперед! Ура! Поздравляем! Много счастья, здоровья! Успехов вам желаем, Господь Иисус Христос и Божья Мать, и святая благодать с великой, святой, могущественной, процветающей Россией, с предстоящей, триумфальной, выдающейся, самой лучшей в мире победой на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина на пост председателя правительства
Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведь Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Собянина, Санкт-Петербурга Бенглова, с Путинами, Мишустинами, Медведевыми, Колокольцевыми, Бортниковым, Шойгу, Собяниным, Бегловым. Победа на века! Ура! 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 Великая победа России на века! Прекрасно! Поздравляем!